На самом деле готовиться к зиме начали еще в мае, сразу после окончания отопительного периода. Об этом распорядился глава города. И вот сегодня завершается первый этап подготовки. Самый большой и серьезный – это промывки, опрессовки, теплоизоляция трубопроводов. Две трети пути прошли, вот, остается одна треть. Сегодня 15 число, в соответствии со 103-м приказом Министерства энергетики, мы должны сегодня подписать паспорта готовности наших объектов, которые получают тепло. Вот. Это жилые дома, это школы, это больницы, это дома культуры. Уже завтра в городе стартует второй этап подготовки к осенне-зимнему периоду. Таким образом, до 1 ноября должны быть готовы все котельные, а до 15 ноября город должен получить окончательный паспорт готовности к зиме. Многое сейчас зависит от тех же председателей ТОС и руководителей управляющих компаний, которых и пригласили на заседание комиссии. Общественники не только отчитались о проделанной работе, но и пообещали еще раз проинспектировать объекты и при необходимости ликвидировать недочеты. Получит ли Сочи паспорт готовности к зиме, зависит не только от городской администрации, подчеркивает замглавы города, курирующий отрасли ЖКХ. Подытожит работу коммунальщиков Ростехнадзор. Комиссия из краевой столицы прибудет в Сочи 25 сентября. Порядка 10 дней у них это будет работа длиться, поэтому в начале октября мы получим от них справку. Если в 2015 году было порядка 32 замечаний Ростехнадзора, в 2016 году у нас уже оставалось 12, то на сегодняшний день те замечания, которые были и в прошлом году, и в позапрошлом, мы полностью устранили.